Головные уборы наденьте. А то тут дождик, а комарики там разные. Первое. Я ушел и доверил, кто тут старше у вас. Не могу дождаться. А вот они там дожевали, они теперь посуду мыть. Это не годится. Двое остались, с собой взяли кусочек, бутылку припивали на ходу и пошли. Мы потеряли страшно много времени. Никогда так не делается, чтобы сидела команда и ждала двоих, которые дежурные. Больше этого не будет. Дай им там две коральки, три, кружка есть, воды дадут. Припивай его, съела и все. Как это делается? Так, теперь вот эти подружки. Вы хотели с нами пойти. Это длинная дорога. Они бы тут истерику устроили. Ну, истерика-то ничего не поможет. Вы бы с нами устали там. Машины не было, пешком. Вы маленькие. Вот если мы договоримся еще здесь пойти в другое место ягоды или солодку копать, и чтобы нас отвезли на машине-то, вот тогда возьмем вас и поедете с нами. Вторая ошибка не пошла. Такие руки, такой человек. Оставить только с воспитателем. Осталась одна Ксения. Теперь смотри, у нас рекордсмен кто? Фрося. Сколько? 8 кружек. 8 кружек. Молодец. 8. Никого больше 8 нету. 7 кружек ни у кого. 6, кажется, у кого-то было. У меня. Ты не обманываешь? Да. Из одной семьи. Дальше. 6 у кого еще есть? Нету. Дальше ниже. 5. Вот смотрите, на Леонида. Еще никого нету. Заметь, как быстро. 4. 4,5 вот. У нас. Значит, с Андреем. Сеня. 4. Вот 4. 4. Так, опусти руку. 3. Никита. Вот по порядку. Никита был в полный рост, лег в ягоды, еще и ноги вот так поднял, как балерина, на 2 метра с козырьком. Он понял, что мы пришли на экскурсию подышать ягодами, не собирать, а подышать. Ну а дальше уже начинается распад настоящий. 3, 2 у кого? Представляешь? 2, вот никак не ожидал. Я не знаю, поле слопал, наверное. Так, одна кружка, у кого? Нет. Так, а эти двое, ни у кого ни по полной не получилось. Вот два брата-акробата, ну-ка выйти сюда. Же вам лопата. Вот они как раз и есть. Козырек поверни. Почему плохо брал? Вот у нас... Он, что его спрашивает? Зачем спрашивает? Ел больше, наверное. Ну? Почему плохо брал? Потому что ел много. Ел много. Хорошо, что маленькие не попались. Съел бы на ходу. Мам говорит, пойдем на базар, кого-нибудь съедим. Кого это человек или одушевленный предмет? А чего-нибудь? А он с деревни, парень не знает. Пойдем на базар, кого-нибудь съедим. Так, а ты еще мало брал? Вы сказали, что зеленые брать нельзя, а большие зеленые, они были сладкие. Вот и разберись, а большие зеленые сладкие, он не мог оторваться. Ну хоть наелся? Да. Так, вот мы набрали мало, здесь ни одной ягодки больше не берите. Это не годится. Вот мы зашли там, попроведали, батюшка отказался, по 2 кружки дали Серафимию, Виктору и Неониле Александровне. Вот. Теперь распределите как ягоды. Утром и вечером в обед давай им ягоды. Они не портятся, эти ягоды. Все. Главное, чтобы наелась за сама досыта. Алексею дали, он нас так угостил. Алексею дали, угостили? Нет, не дали. Они ездят, сами берут. У него машина есть. Нет. Они ездят, берут. Мы через них узнали-то, что ягоды. Это место возвышено, это первые ягоды. Первые. Так, ошибки какие? Как всегда, в кучу лезут. Надо подальше друг от друга. Дальше. Вот берет Виталий. Он то ли ягод не видал никогда. Вот у нас служили туркмены, узбеки. Они никогда простыни не видали в армии. И получил простынь. А я свою простынь на столе поставил. Он не знает, положил, поставил. Дальше. Он просто не обнимает, как невесту. Не видал ее никогда. Я когда поступил в техникуме, ну, я на квартире живу, мне выдали 2 простыни. Я первый раз смотрю, а что это такое?
Я проучился 2,5 года, не развернул их, и после этого сдал чистенькие. У нас по-другому были, шкуры расстелены по-настоящему. Не то, чтобы как, а по-нашему, как Шариков говорил. Шкуры, это мамонт. Ну и что дальше? Ползет. Я сказал, только на коленях, нет. Интересно, главное, в первую очередь Тимоша. Сразу Тимофей отдаляется, разворачивается и в том направлении от народа пополз. Виталий вот так вот, сколько ноги захватывает, ну 30 сантиметров, он так и шпарит, как утюг, прошел и все. Я говорю, ну ты, ну, подвинулся, налево повернись, там налево, направо, выбери ягоды-то. Развернул его назад, он не видал, видать, никогда ягод, как ягоды берут. Топчет, давит, под ним просто каша. Место ягодное, хорошее. Я не знаю, чьи машины проезжали там. Потеряевские нет? Первая Игорь проезжал, а вторая не наша. Вот видите, отовсюду люди едут там. Какое дело? Дальше. Никуда не расходиться и высыпать. Каждому кружка. Я считаю. Ну, высыпали. Полное, что кружка была с этим. И сам высыпать. А то бывает подбежит, сунет, а там полкружки было. Ну вот результат. Отвечать мне еще, учитесь. У нас была здесь Валя Шадрина. Вот тетя Нина здесь живет, ее внучка. Как она их учила? За ней никто не угонится. Хоть ягоду брать такую, хоть черемуху, хоть где. Как? Брать надо двумя руками. Ну вот на коленочке встал, на коленочке. Можно на коленке встать, на одно коленко встать. Вот так вот. И ягоду повернулся сюда, выбрал здесь, выбрал. Двумя руками брать нет. Одну возьмет, да еще обкусывает эту сзади тарочки-то, которая-то. Я говорю, не обкусывайте. Или в рот возьми так, они не торопятся нисколько. Никита берет ведро, сколько набрал, много, это мало, много. Я подошел, Володина, пересыпаю ровно 2 кружки, он 5. Ну откуда? Ну мы высчитали, но тогда Володя засвидетельствовал, поверил. Так, ребята, если мы еще по ягоды пойдем, чтобы этих ошибок не было. Мы идем брать ягоды, не играть. Я сказал, ешьте до сыта. Наелись все? Да. Ну все, садитесь за стол. Молодцы мои. Ты столько на Тихонович собрал. Да-да, слышу. Лук, наверное, Надежда Васильевна послала. А кружки принесли в этой сумочке-то? Да, где, я их уже помыла. Так, я сумочку делаю, это отдайте. Володя. Вот она, вот. Так, садитесь. Так, мне компот и больше ничего не надо. Давайте. Прекрасный день у нас был сегодня. Внимание. Так, садитесь все. На меня смотрите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ешьте до сыта. Левой рукой в обратном направлении. Не поймешь, какой веры. Даже дальше католиков ушли. Это, Тимофей, это тазик. Все, садитесь. На стол. Давай, вот Тимофей, губу Тимофей. Отпусти. Вот так, о, Тимофей, нормально. Да. Обслуживай, смотри. Не прикусывай ее, не надо. Сегодня ночью Алеша поедет встречать Катерину. Катя приедет. Так, Сергей сейчас звонил, завтра 30-е. Даже из Канады мальчик прилетит с отцом. Русский, Королев фамилия его. Ну, телефон еще-то то ли потеряли, или еще. Ну, я говорю, напиши Королев. Ко мне. И вот так подержи надпись. И когда люди пойдут, там из-за самолета-то, ну они же увидят, и он подойдет к тебе. Ну не жалеете, что ко мне? Нет. Ну нормально. Спасибо.